Здравствуйте. Вот, наконец, наступили холодные деньки. До наступления зимы остались считанные дни, и команда нашего канала «Жизнь после 50» подготовила для вас небольшой обзор актуальных трендов на тему свитеров и кофт. В этом сезоне дизайнеры делают акцент на тепло и комфорт, и это нас очень радует. Выбор вязаных изделий поистине огромен. И чтобы не запутаться, мы структурировали этот зимний вид одежды и делимся полученными данными с вами. Поехали! Водолазка – это базовая вещь, которая просто обязана быть в гардеробе у каждой женщины, вне зависимости от возраста. Выбирайте водолазку полуприлегающего силуэта с приятным к телу составом. Можно носить ее как самостоятельный элемент, сочетая с юбками или брюками. Другой способ – это создание многослойных комплектов. А трендовая водолазка, надетая под рубашку – это самое модное сочетание сезона. Рубашка должна быть плотная, а водолазка, наоборот, из более тонкого материала. Кардиган – это то, что однозначно стоит приобрести к холодному сезону. Обращаем внимание на модели из плотного материала с прямым или объемным силуэтом. Фасон в стиле оверсайз в этом сезоне тоже остается актуальным. Проходим мимо устаревших моделей, тонких, как тряпочки, а также и от кардиганов с узкими рукавами. Вы их не наденете даже на рубашку. Свитер, пожалуй, тот предмет гардероба, без которого просто нельзя представить осень и зиму. Выбирайте свободные силуэты и никаких моделей в облипку. Руководствуйтесь правилом. Чем проще, тем лучше. На пике популярности свитера с объемными рукавами. Экономить не стоит. Выбирайте хороший состав, ведь тогда вещь прослужит очень долго. В этом сезоне хорошо смотрятся как пуловеры по фигуре, так и свободные. Последние удобны тем, что под них можно надеть водолазку или рубашку. Вы убьете сразу двух зайцев, получив тем самым теплое и модное сочетание одновременно. Избегайте лишнего декора, рюшек и нашивок. Это не самые лучшие друзья на теплой одежде женщин 50+. Если боитесь выглядеть скучно, то пуловер с принтом или в актуальном ярком цвете будет самым идеальным решением. Это универсальный предмет одежды. Составлять с джемпером образы легко и просто. С ним не нужно ломать голову по утрам, как и с чем его комбинировать. Юбки, брюки, кюлоты, джинсы. Джемпер впишется в любой образ. Обратите внимание на базовые цвета или присмотритесь к актуальному принту Argyle. Стилисты советуют для вашего гардероба приобрести сразу несколько моделей на любой вкус и цвет. Thank you.
дама 50+, конечно, не забыли изделия из советского времени – кофта. Тогда этим словом называли каждую вязаную модель с пуговицами.